Я Ильюченко Татьяна, депутат Алтайского краевого законодательного собрания, чемпионка Паралимпийских игр, вместе с семьей приняла участие в международной акции «Сады памяти». Около дома мы посадили деревья в память от наших родных, прошедших Великую Отечественную войну. Мой прадед Инкин Сергей Ефимович в составе 85-й стрелковой дивизии под городом Колпино Ленинградской области был тяжело ранен. Изначально он считался убитым, однако он вернулся домой из госпиталя весной 43-го года. Прадед умер от ран в 47-м. У моей прабабушки на руках осталось 7 детей. Цирков Василий Прокопьевич служил в авиации. Победу в Великой Отечественной войне встретил в звании сержанта Восточной Пруссии. Закончил свой боевой путь в Маньчжурии. Мой дед Тутаев Павел Васильевич, рядовой, воевал на Калининском фронте. Во время ожесточенного боя был тяжело ранен, потерял ногу. Награжден орденом Красной Звезды.